Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о клематисе Change of Heart. Это польский сорт клематиса, выведен он в 2004 году, но свое название он получил в 2014 году. Характеризуется довольно длительным цветением, и цветение начинается с июня месяца, и клематис цветет почти до конца июля. Цветет обильно, красиво. Цветок у него простой, состоит из 6, иногда 7 лепестков нежно-розово-сиреневого цвета. Растет он у меня на полном солнце, практически не выгорает и хорошо держит цветок. Размер цветка 13 сантиметров, иногда меньше, в зависимости от того, как вы сформируете свою ягоду. Относится клематис к третьей группе обрезки, то есть осенью вы его обрезаете на высоту 20-50 сантиметров. Клематис достаточно крепкий, сильный, хорошо зимует при низких температурах. Я его практически не укрываю. Можно прикрыть лапником или же небольшим слоем торфа. Цветет клематис иногда повторно, но не так обильно. Лиана очень быстро растет, хорошо наращивает зеленую массу. Советую приобрести этот клематис. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.